отмечают в Казахстане особый праздник – День единства народа Казахстана. Freundschaft bedeutet Frieden und Schweigen, sich zu verbinden, Gefühle zu zeigen. Freundschaft bedeutet Lachen und Weinen, sich aufmal streiten und Feuer entfachen. Freundschaft bedeutet Nehmen und Geben, sich respektieren, fallen und schweben. Freundschaft bedeutet Lieben und Lieben, die Seele des anderen mit Gunst zu bekriegen. Вместе мы сможем противостоять все испытания, которые посылает нам судьба. Только вместе мы можем искренне и полноценно радоваться успехам своей страны. В единстве сила. Столичное общество немцев Возрождения поздравляет всех вас с Днем Единства народа Казахстана. Желаем в дружбе и согласии преодолевать все трудности. Желаем вам доброго здоровья, прекрасного весеннего настроения, успехов в созидательном труде, мира, счастья и согласия. Bis Bergens! Wir sind zusammen. Мы вместе. Liebe Freunde, der Jugendclub Ritte des Vereins Wiedergeburt der Stadt Rittert gratuliert herzlich zu einem wunderbaren Fest, dem Tag der Einheit des Volkes Kasachstans. An diesem festlichen Maitag wünschen wir Ihnen und Ihrer Familien Gesundheit, Wohlstand und Optimismus, Frieden und Wohlstand unserer Heimat. Добрый день, друзья! Я председатель этнокультурного общества Wiedergeburt города Актау. Клея Маргарита Отар. Мы никогда не должны забывать ту истину, что Творец один. Места под небом хватит всем. Поэтому, как дети одного отца и одной матери, мы должны жить в согласии с друг с другом. Казахи – народ, идущий исключительно по пути единства и консолидации. Все наши предки жили в согласии и в единстве для того, чтобы им выжить. Мы должны быть в единстве для великих дел. Поздравляю вас всех с наступающим праздником, Днем Единства, с 1 мая. Желаю вам здоровья, мира и добра, и счастья в каждом доме. Liebe Landsleute, das Deutsche Kulturzentrum Wiedergeburt wünscht euch zum 1. Mai Gesundheit, Glück, Frieden und Optimismus. 1 мая – государственный праздник в Казахстане. Уникальность Казахстана в том, что под одним шинераком в мире и дружбе живут много этносов. День единства народа Казахстана – это праздник дружбы, понимания и согласия, которые так нужны для мирной жизни в стране. В канун праздника Дня единства народа Казахстана хочу поздравить весь многонациональный народ Казахстана и пожелать всем счастья, здоровья и процветания. Wir wünschen allen einen schönen Tag der Einheit der Völker Kasachstans, Freundschaft, Eintracht und Einheit unserer Gedanken sind die Gewahr zukünftiger Erfolge von unserer Heimat. Mögen Frieden in Freundschaft unter kasachstanischen Schönerak immer herrschen. Salimet sizbek kombatte dostar, menan adam Mariana. Сіздерді шын жүректен Қазақстан халықтары бірлігі күнімен құттықтаймын. Қазақстан көп этносты мемлекет. Мен еліміздің халқына зор денсаулық, бақыт, береке бірлік тілегім келеді. Аспанымыз ашық, бірлігіміз баянды болсын. Біз біргеміз. Ich heiße Marianne. Liebe Freunde, ich möchte Ihnen ganz herzlich zum Tag der Einheit der Völker Kasachstans gratulieren. Казахстан ist ein multinationaler Staat. Alle Völker leben in unserem Land in Frieden und Eintracht. Ich wünsche allen unseren Völkern ein weiteres friedliches Zusammenleben, Gedeihen, gegenseitige Verständigung, schöpferische Zusammenarbeit, Gesundheit, Glück und Wohlergehen in jeder Familie. Und natürlich Glauben und Hoffnung. Guten Tag, liebe Freunde! От имени общества немцев Жамбылской области хочу поздравить всех жителей нашего прекрасного города Тараза, Жамбылской области и всего независимого Казахстана с большим и важным праздником – Днем Единства народа Казахстана. К сожалению, в этом году первомайский праздник пришелся на очень непростое время для всех казахстанцев, но мы верим, что все неприятности обязательно пройдут, если мы все будем вместе. Желаю всем здоровья, терпения, веры, надежды и любви. Любви друг к другу.
и к нашей единой, для всех нас единой родине, Республике Казахстан. Құрметті жерлестер, мерекелеріңіз бен. Сіздерге мақты денсаулық, көксемгі тамаша көңіл күй, ебектеріңізге табыс, бақыт, сәттілік, және өйлеріңізге береке тілейміз. Здравствуй, праздник, праздник дружбы, дорогие соотечественники! Алматинское общество немцев Возрождения поздравляет вас с этим замечательным ярким днем согласия, дружбы и единства. Құрметті азаматтар, Алматы немістер қоғамы Возрождения Қазақстанның халықтарының бірлігі күні мерекемен құттықтайды. Сізге отбасына зор, денсаулық, мол бақыт, тыныштылық тілейміз. Без бергемс. Центр встреч Видергебурт города Риддер поздравляет всех с прекрасным весенним праздником, Днем Единства народа Казахстана. И желаем, чтобы не только сегодня, но и всегда вы ощущали силу и дух, культуру и могущество нашей Родины. Чтобы понимали, что все мы едины. Каждый человек – это маленькая крупица, но в то же время он – это звено огромной, могущественной цепи под названием человечество. Желаем всем добра. Wir sind zusammen. Bis bergemes. Мы вместе. Wir gratulieren Ihnen zum Tag der Einheit der Völker in Kasachstan. Казахстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймын. Денсаулық пен бақыт, ауызбіршілік пен тұсыныстық, татулық пен сыйластық тілеймін. Достықтың арқасында біз біргеміз және мықтымыз. Вервиншин Алин Казахстанығын Гезундхайт, Глюк, Эхфольк, Унд Вольштанд. Біз біргеміз.